Говорит Черкесск. В эфире Вести, радио Карачаево-Черкесии. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня вторник, 23 мая. В студии с главными новостями республики Руфина Ковалева. Официальная хроника. На прошлой неделе в Москве состоялась рабочая встреча начальника управления президента России по внутренней политике Андрея Ярина с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Тимрезовым. Обсуждены вопросы общественно-политической ситуации в регионе и подготовки к единому дню голосования. Андрей Ярин позитивно оценил стабильную обстановку в Карачаево-Черкесии и динамичное социально-экономическое развитие республики. В Москве также состоялась рабочая встреча главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова с руководителем Российского чрезвычайного министерства Владимиром Пучковым, в рамках которой обсуждено дальнейшее взаимодействие МЧС России с местными властями республики в области обеспечения безопасности в летний период, в том числе на территории туристических маршрутов. Стороны дополнительно обсудили вопрос развития авиационно-спасательных технологий. Министр отметил, что специалисты этой отрасли перекрывают сегодня территорию всей республики, зоны отдыха, города и населенные пункты. Вопросы внедрения государственной информационной системы ЖКХ обсуждены на совещании в режиме видеоконференц-связи под руководством заместителя министра строительства и ЖКХ России Андрея Чибиса. В совещании приняли участие представители Министерства строительства и ЖКХ Карачаево-Черкесии. Процесс расширения аналитических возможностей по контролю размещения информации в государственной информационной системе ЖКХ стал ключевой темой мероприятия. В информационной системе также будет размещаться информация о процессе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», который стартовал в этом году. Вы слушаете «Радио России. Карачаево-Черкесия». Вице-премьеры Карачаево-Черкесии Мурат Озов и Джанибек Суюнов, а также министры социального блока правительства приняли участие в совещании, которое в режиме видеоконференц-связи провела вице-премьер России Ольга Голодец. Особое внимание уделено вопросу создания и функционирования системы 112 в российских регионах. В настоящее время в Карачаево-Черкесии до ввода в эксплуатацию данной системы организована работа интерактивной информационно-справочной системы голосового автоответчика для обработки вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру 112 от всех операторов сотовой связи. В этом году планируется организовать работу Республиканского центра обработки вызовов, единой дежурной диспетчерской службы Черкесска и городских дежурно-диспетчерских служб 01, 02, 03, 04, которые будут функционировать как система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 на территории Республиканского центра. И в продолжении темы на совещании обсуждены и вопросы, касающиеся готовности к проведению государственной итоговой аттестации в 2017 году в основной период. На сегодняшний день Карачаево-Черкесия к проведению ЕГЭ полностью готова. В основной период экзамен будет проводиться по 12 общеобразовательным предметам в 17 пунктах сдачи, из них один организован на дому. В республиканской базе данных для прохождения государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования в основной период зарегистрировано 1610 человек. Улучшение платежной дисциплины в сфере топливно-энергетического комплекса республики стало главной темой встречи главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова, председателя правительства Карачаево-Черкесии Аслана Озова и гендиректора «Газпром» газораспределения «Черкесск» Сергея Москаленко. С учетом поручений председателя правительства России Дмитрия Медведева по топливно-энергетическому комплексу, Рашид Тимрезов дал жесткие указания усилить эту работу, вести ее адресно с применением лучших практик регионов в тесном контакте с руководителями местного самоуправления и правоохранительными структурами. В Пятигорске прошел международный форум «Северный Кавказ в новом технологическом укладе», в котором приняли участие министр финансов Карачаево-Черкесии Рустам Эльканов и министр экономического развития Алина Кохов. Всего в форуме участвовали более 150 представителей научно-исследовательских центров, вузов, власти и бизнеса из России, Азербайджана, Армении, Казахстана и Абхазии.
Выстраивание диалога между представителями госвласти и местного самоуправления, бизнес-сообщества и науки по определению приоритетов развития северокавказских регионов и механизмов их реализации стали главной темой форума. Министр строительства и ЖКХ Республики Евгений Гордиенко провел совещание в Зеленчукском районе по вопросу качества подаваемой воды и улучшения водоснабжения по улице Карбышева, станице Зеленчукской. По итогам встречи с жителями этого населенного пункта министр дал поручение сотрудникам водоканала и администрации района в недельный срок внести предложение по улучшению системы водоснабжения. В графике работ на 2017 год районного водоканала заложены работы по замене магистрального трубопровода в станице Зеленчукской, но в связи с обращением жителей работы по прокладке трубопровода будут проведены в ближайшее время. Члены регионального штаба Общероссийского народного фронта в Карачаево-Черкесии обсудили реализацию приоритетных проектов ОНФ в первом квартале 2017 года. Активисты Народного фронта также презентовали проекты «Равные возможности детям» и «Народная оценка качества» и обозначили основные направления работы. Координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ. Карта убитых дорог» в Карачаево-Черкесии Альберт Дзугаев отметил растущую активность жителей региона, которые наносят на интерактивную карту сведения о плохих дорогах, комментируют и голосуют за участки улиц, нуждающихся, по их мнению, в первоочередном ремонте. Сегодня лидеры антирейтинга – улицы Попова, Тихая, Красноармейская, города Черкесска и дорога между населенными пунктами Псмен и Пхия в Урупском районе. Вы слушаете «Радио России. Карачаево-Черкесия». В Астрахани завершилась ежегодная 18-я всероссийская выставка овец, в которой традиционно принимали участие представители Карачаево-Черкесии. Четыре племенных хозяйства – Махар, Джингур имени Османа Касаева и Заря-1 – представили племенное поголовье карачаевской породы. Кроме того, свою продукцию представило предприятие по переработке шерсти и производству пряжи с использованием инновационных технологий «Квест-А». По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в медицинские учреждения республики по поводу укусов клещей на сегодняшний день обратились 142 человека, из них 63 – дети. 56 случаев укусов произошли на позапрошлой неделе, что свидетельствует о высокой активности насекомых в связи с благоприятными климатическими и погодными условиями. Случаи укусов чаще всего регистрируются в Черкесском, Прикубанском, Зеленчукском, Адыгехабльском, Малокарачаевском и Абазинском районах республики. Вы слушаете «Радио России. Карачаево-Черкесия». Новости культуры и спорта. В столице Карачаево-Черкесии состоялось открытие 6-метровой монументальной архитектурной композиции, посвященной памяти жертв Кавказской войны. Композиция представлена в виде огромного кинжала, вонзенного в камень, как символ завершения войны, а также щита с изображением 8 скрещенных кинжалов, олицетворяющих защиту. Памятник установлен на территории одного из городских скверов в северо-западной части Черкесска. Во Владикавказе прошел 7-й фестиваль народных игр и национальных видов спорта среди обучающихся образовательных организаций Северокавказского федерального округа. Участники состязались в вольной греко-римской борьбе, дзюдо, армрестлинге и поднятии тяжести. Свое мастерство демонстрировали творческие коллективы национального танцевально-музыкального фольклора. Делегация Карачаева-Черкесии состояла из 51 человека. По итогам соревнований серебряную медаль по дзюдо завоевал Мерлан Урусов. Бронзовые медали по вольной борьбе у Рустама Далаева и Аслана Гаджаева. На третьей ступени почетного пьедестала по греко-римской борьбе – Кимран Качкаров. В Польше прошло первенство Европы по армрестлингу. По результатам мероприятия спортсмены из Карачаева-Черкесии пополнили копилку республики 3 золотыми медалями. Обладателями награды высшей пробы стали Ахмат Айбазов, Муса Байрамкулов и Ахмат Каракотов. А в Москве состоялся открытый международный турнир по дзюдо среди юношей 2007-2008, 2005-2006 и 2003-2004 годов рождения. По результатам соревнований наши спортсмены завоевали награды различного достоинства. Победителем в своей весовой категории стал Рахман Напиджев. Серебряные медали Умара Кургова, Алима Карданова. На третьей ступени почетного пьедестала Руслан Хаконов, Эльбрус Батчаев, Артур Малеев, Георгий Крикса,
Максим Крикса, Алим Карданов и Ашимес Братов. Около 100 спортсменов боролись за награды Всероссийского детско-юношеского турнира по ММА и грэпплингу, который прошел в поселке Московском. Турнир был приурочен к 60-летию возвращения карачаевского народа на историческую родину. В итоге упорной борьбы победителем стала команда «Дикая дивизия» из Карачаева-Черкесии. На втором месте закрепилась команда из Ставрополя «Пираньи», а третья досталась команде спортивной школы «Мамлюк» из Черкесска. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, вечером с градом. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха 12-17 градусов тепла, в горах до плюс 10, пожароопасность первый класс. В Черкесске кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха 15-17 градусов выше нуля. На этом информационный выпуск подошел к концу. С главными новостями республики вас ознакомила Руфина Ковалева. Я с вами прощаюсь. Далее эфир продолжит информационно-музыкальная программа «Республика». Оставайтесь с нами.